Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам, благодатной погоды, удачного, успешного месяца, срединого месяца лета, июля. И сегодня мы рассмотрим очень важный момент, важный агроприем, с помощью которого можно размножать любимые растения. Мы сегодня рассмотрим агрогороскоп нарезки и укоренения черенков в июле 2022 года. Время киевское. Этот месяц будет не очень богатым. У нас часть времени, а именно Козерог, уйдет с сожженным путем полнолуния, поэтому мы не будем использовать этот период для укоренения. Кстати, сразу же хочу сказать, не только нарезка и укоренение черенков, в июле очень хорошо отводки укоренять. И эти дни также подойдут для размножения с помощью отводков. Если воздушные, и в почву можно закапывать отводки, все это прекрасно будет укореняться в июле. Но давайте рассмотрим эти периоды. Итак, первый период очень хороший. Период это дева. Причем дева, конечно, любит цветочные растения, декоративные, но она прекрасно также покровительствует размножению и других садовых растений. Здесь все растения очень хорошо укореняются, тем более в июле. И здесь вот такие у нас периоды. Вернее, три дня. И в этих трех днях выберем самое лучшее. 3 июля начинайте укоренение не раньше 16, а после 16 часов и до конца суток. 4 июля все 24 часа. А вот 5 июля с 0 часов и только до 19 часов. Далее уже будут энергии Луны без курса, и мы не будем использовать вот этот период, когда могут быть сбои в программе размножения растений. Вот это период первый, довольно-таки большой. Но есть еще один период, это растущая, убывающая Луна, прошу прощения, убывающая Луна в Тельце. Тоже очень хорошо корни развиваются в этот период. Проверили. И вот можно использовать 21 июля все 24 часа и 22 июля тоже все 24 часа. Двое суток, но зато какие продуктивные, плодородные, прекрасные дни для того, чтобы размножить растения с помощью черенков, нарезки, укоренения черенков, а также укоренения отводков различных садовых и цветочных растений. Кстати, в это время и пасынки хорошо укореняются. Мы тоже проводили эксперименты, так что пробуйте, делайте, и мы желаем вам удачи в этом деле. Ну, а сегодняшний выпуск, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами с большими пожеланиями, прекрасными пожеланиями здравия вам и здоровья вашим родным и близким, а также мира вашим домам и вашим сердцам. Благодатной вам погоды и хороших укоренений ваших растений, новых растений, которые вы создаете своими руками. Ну что ж, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!